В Германии проводится задержание подозреваемых в причастности к экстремистскому исламистскому подполью. В Баварии был задержан 20-летний гражданин Афганистана, подозреваемый в связи с группировкой «Талибан». Крупный полицейский рейд был проведен в городе Геттинген в Нижней Саксонии и соседней земле Гессен, в результате которого были задержаны два человека – 27-летний алжирец и 23-летний нигериец. Во время обыска мы обнаружили у них травматическое оружие, переделанное в боевое. Кроме того, мы обнаружили боеприпасы и флаги группировки «Исламское государство», а также мачете. Сегодня же Генеральная прокуратура Германии обнародовала информацию о предъявлении обвинений трем сирийцам, задержанным в сентябре. По версии следствия, они прибыли в Германию под видом беженцев по заданию группировки «Исламское государство» с целью совершения террористических актов.